Всем здорово, ребята. Ну что, настал этот день, и мы сегодня будем тратить накопленные самоцветы на бездонатном аккаунте, поэтому влепили по лайку и поехали это делать. У нас сегодня открылись, наконец-таки, сундуки, и я думаю, мне хватит яиц, чтобы сделать трату на 9000 самоцветов. Я хочу забрать питомцев, потому что, по сути, мне ролить героев тоже можно, но у меня герои, в принципе, в основном топовые самые есть. Ну, там Космо нету, Фена нету, но у меня есть Лисица. Но есть вот такая вот трата, где я хочу забрать, ну, хотя бы вот за 9000 плюшки. Я еще заберу дополнительные плюхи. Ну, в принципе, такое себе, но питомцы — это самое, в первую очередь, самое необходимое на бездонатных аккаунтах. Питомцы, в принципе, неплохие, они мне тоже помогут. А, ничего себе, я панду вытащил с бесплаточки, смотрите, вообще, вообще изично. А, плюс открылись сундуки. Конечно, сундуки не такие, как на других серваках. Но я надеюсь на то, что нам повезет и мы откроем. Ну, не знаю, за золотой я буду молчать, но надеемся. А, так, окей, поехали в питомник. Нам надо 9000 потратить, это у нас 1500 должно остаться. Сейчас я гляну, или у меня фиолетовые есть на аккаунте. В прошлых раз мы, по-моему, их тратили. Да, мы их тратили. Нету, придется, конечно, позадротствовать. Это получается 50 раз. 50 раз. Ну вот, знаете, плюс в чем? Так, надо попробовать какой-то, не знаю. Хотя, в принципе, так потрачу, помучаюсь. А плюс то, что я получу питомцев, плюс получу плюхи, плюс у меня возможность сыграть в сундуки. Конечно, круче всего это на английском сервере, там, где совпадает это с деревом. Ты тратишь на дерево, с дерева получаешь плюшки. К сожалению, тут это не так совпадает. На английском это совпадает. Надо будет, кстати, чекнуть на английском сервере, что там делается. Но надеемся. Надеемся на то, что нам подфартит, и я заберу сундуков что-то. Если не подфартит, то я уже буду копить следующее. А попытка у нас однозначно будет, я не знаю, сколько, недельки, две покоплю, наверное. Я, в принципе, это копил где-то 1,5 недели. Попробую все-таки подкопить как раз к обнове, получается, 2 недели где-то. И забрать с дерева плюшки. К сожалению, тут карты так не раздают. Но если нам сейчас повезет, мы получим еще за найм. Сегодня открыт супер найм. За итемы. Мы попробуем это тоже сделать. Блин, это просто писец. Знаете, это проще. Проще это дело все укротить. Мучаемся. Жалко, нету фиолетовых. А, кстати, я сейчас фиолетовые получу. Сейчас мы часть заберем. За первую трату. Вот, отлично. Первый заходик есть. Листаем самый низ. Тум-тум-тум-тум. Так будет попроще. Вот 10. Сразу как раз в 3 раза больше. У меня, к сожалению, не прокачан чекабум. Он влияет на количество потраченных самоцветов. Ну, в принципе, какая разница мне, что такие открывать. Просто быстрее вариант будет. Так, отлично. Сейчас мы еще 1500 нам надо оставить, и заберем плюхи и пойдем открывать сундуки. Я бы мучился обычными открывать. Как раз четенько получается вроде.
Или нет? Чуть-чуть, наверное, меньше. Так, 1600. Вот так вот, отлично. Идем в трату. Нормально так. Первый заходик. Ну, смотрите, 300, 300, 150, 150, 300, 150. Ну, реально обалденно. Я считаю, это выгодная трата. Давайте откроем сейчас с вами сумочки. Сразу же. Ну, лисица у меня есть. Это уже на вторую. Ну, тут, наверное, тоже осколка 3 упадет. О, 7, нифига себе. Ну, даже так, это тоже круто. Так, окей. Теперь поехали в самое приятное. 1400 самов я оставлю. Я буду делать еще эволюцию для героев. А может, сейчас сделаю по Берику, чтобы посмотрим, короче, как сейчас у нас пойдет. Так, тут я забрал. Поехали сюда. Так, ну что, поехали, посмотрим. Бесплаточка. Зуберпульвер. Так, зуберпульвер. Блять. Так, ну хоть первый открыли. Ну дайте еще. Отлично, второй, ребята. Влепили по лайку. По второму, ну третий. 10 тысяч самоцветов. Каких 10? 9. Маловато. Маловато будет. Смотрим. Плюс дополнительно я еще получил сундучки. И сундучки эти реально кайфовые. Поехали, открываем. А, места не хватает. Сейчас я немножко освобожу места. Поехали. 10 слизней, отлично, еще карточка. Этих маловато упало. Сменки тоже классно, я их на самоцветы. 30 слизней, бомбически вообще. Вот это кайф. Теперь можно делать эволюции героям. Так, и того, что у нас по слизнякам, я их сразу продаю. 240 тысяч. 4 героя, и у меня еще было 5 героев, я могу сделать вторые эволюции. Ну, круто, вот реально круто, но это еще не все. Поехали дальше. Это только начало. Так, забираем отсюда плюхи с первого и со второго. Так, итого, чик, 30 найма, 5 монеток, эмблема, ну и расходники. Это реально круто, ребят, 9000 самоцветов. Блин, ремка было бы вообще топово. Выживалка. Ну, блин, а у меня, кстати, вроде выживалки ни одной на аккаунте не было. Такс. Такс, 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 такс. Я туда немножко залез. Да, ребят, недостающие. Отлично. Для какого-то героя вообще просто топчик. Одна хоть выживалка по-любому должна быть. Ну что, супер найм. Поехали, испытаем удачу. 3 попытки у нас есть. Первое. Ну, такое. Сука. Обушка. Как обычно, блядь. Как обычно все просрали. Ну, ничего не сделаешь. Сколько у нас там Queen Wasp пройдет? 115 уже. Ну, обушка у меня есть. К сожалению, конечно. Но это все фигня. Самое главное, что мы получили обалденные расходники. У меня тут еще есть ТГшки. Вообще огонь. Давайте попробуем. Так, кто у нас там на эволюцию просится? А, у меня... А, ну все правильно. $450. Сейчас мы его подкачаем. И книжечки получили. Вообще кайф. Так, делаем ему вторую эволюцию. Отлично. Так, что там у нас? У нас самики есть, расходники есть. Отлично. А, сейчас еще за Ава получим. Супер. Короче, сейчас еще потратим. Может, повезет. Не знаю, я думаю, я надеюсь. Я надеюсь на это, что повезет.
Ай, немножко не туда залез. Ну, книги есть, в принципе, это не проблема его подкачать сейчас будет. Кристалла у нас не хватает. Оу, что это у нас титул? Ну, у нас было же вроде 122к, не знаю, что-то оно так засветилось прям. Сундучки вообще кайф. 2000 сундуков, я не помню, с чего мы их там получили. Такс. Сразу же сотки повкачиваю. Так, отлично. Еще нам что-то прилетело. Супер. Вот не знаю, вот нравится мне на немецком сервере играть, честно говоря, на бездонате. А 450, да, это у нас получается 900. Так, кто там у нас еще на эволюции просится? Тыква или роза? А, роза у нас вообще без эволюции, да, получается, даже не зеленая. Давайте Анубиса, я не знаю. Я его тоже использую. Тыква пока мне особо стрелок, либо Анубис. Наверное, Анубиса. Давайте Анубиса, он нам, в принципе, нужен. Я так посидел, подумал. Для волн мне надо, чтобы он был хорошей прокачки. Сделаем ему вторую эволюцию. А почему бы и нет? ХПшки есть. ЗПшки сейчас тоже сделаем. Супер. Очень мне нравится бездонат. Ты себе сидишь и в кайфе получаешь ресурсы на донате. Все немножко попроще. Так, 2000. Не, ребята. Такс. Ну ничего, я себе сразу две эволюции, считайте, за сегодня сделал нормально. Анубис и этот. Докачали их. А, так, Анубис есть. И у меня еще есть самики. Давайте сделаем эволюцию. Ну так, чтобы уже по максималке потратиться. Уже с понедельника начать копить. 5 ресурсы. Это у нас будет оккультиста, оккультист или роза. Роза хороша. Давайте оккультиста. В принципе, у нас хватает на все. Крутисту сделаем первую эволюцию. Даже какую первую? Можем, в принципе, даже больше сделать. Или нет? Не, мы переведем. А нет, подождите, стоп, это я что-то втыкаю. 451. Мы можем просто его не подвести до максималки. Сделаем так, немножко книжки разменяем. Двадцать самого осталось на аккаунте. Нормально. Конечно, как обычно, я силу сейчас поднял, но в принципе не страшно. Так, отлично. Забираем книжечки. Поехали, добьем. Еще надо в островок залететь. Так, 5 попыток. К сожалению, нет. Не упало, но считайте, мы там 11 тысяч самоцветов с вами потратили. Но я считаю, отлично. Это отлично. 2 железки, вообще огонь. Священный огонь, отлично. Блин, круто. Вот ради таких 100 книг.
Ради таких вот акций можно тратить самоцветы. 11 тысяч само всего я потратил, но посмотрите, сколько всего я сделал. Что, давайте вытащим еще Фрейю. Заклинательница. И поехали сюда. Можно было бы, конечно, сделать найм, но не особо, я уже говорил, герои эти нафиг не нужны. Так, 8 ПЛС у нас, да, ну... Немного, конечно, мы, к сожалению, последний не вытащили. Но вот, пожалуйста, ребят, вот это фарт. Еще дополнительно сундуки со скинами. Еще дополнительно подгон. Отлично. Супер просто. Вот, я не знаю, у меня по скинах реально здесь кайф. Ну, у меня они есть, но это еще дополнительно скины для прокачек. Но я не качаю, потому что жалко кэшек. Так, и того, что мы имеем. Мы имеем даже 3, считайте, ну, почти максимальных эволюций, куча плюх, ну, и не знаю, мне кажется, это кайф. Питомцев буду подкачивать теперь, у меня по питомцам реально, посмотрите, 300, 400, вот так вот качаются на бездонатах на немки питомцы, донатные 800, 500, то есть есть кого качать, 700. Но это обычно, я их еще не качал. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.